Ваш музыкальный талант хорошо известен в Европе и в Азии. В Европе, я думаю, вы вообще звезда. А вот в Америке вас все еще продолжают узнавать зрители и слушатели, в том числе и благодаря конкурсу Ивана Клиберна, в котором вы участвовали в прошлом году. Скажите, пожалуйста, Юрий, чему вы научились и что открыли для себя благодаря этому конкурсу? Во всей Северной Америке я был всего несколько раз, и в основном как раз это было связано с конкурсом Клайберна. Я не в первый раз в жизни участвовал в настолько конкурсе такого уровня сложности, но это действительно один из самых сложных и изматывающих, наверное, конкурсов, к которым я имел отношение, да и вообще, которые существуют. В первую очередь здесь присутствовала усталость с одной стороны, с другой стороны общение с людьми, общение с публикой и так далее. Поэтому это вот такое двойственное впечатление. Но в целом это колоссальный опыт. С какими чувствами и планами вы возвращаетесь теперь в Форт-Уэрт? Святая святых как раз конкурса Ван Клиберна. На этот раз это у вас будет не конкурс изматывающий, да, на этот раз это будет концерт, поэтому наверняка чувства и планы немножко другие. Очень приятно и гораздо спокойнее играть просто концерты, просто выступления. Не думаешь о посторонних вещах, которые мешают сосредоточиться на, собственно, музыкальных аспектах. Кроме того, в Форт-Уорте у меня теперь есть замечательные друзья, которых я буду очень рад увидеть. И сами места мне полюбились. Поэтому я еду с самыми, так сказать, радостными чувствами. Какие произведения вы, я знаю, что их будет несколько, вы будете исполнять, и почему, как вот вы их выбирали, или вам их предложил Клиберн? Это было совместное обсуждение, были со стороны Клиберна предложения, тематические какие-то предложения, там можно увидеть, что программы разделены тематически, например, программа, посвященная войне или чему-то еще, или каким-то прорывом, так сказать, в искусстве. Каждый из участников, в свою очередь, предлагал, что он может предложить на ту или иную тему. И так совместно, в общем, сформировалась программа. Как представляется, очень интересно. Из тех произведений, которые вы лично будете исполнять, какой из них вам наиболее близко? Там какие-то личные, может быть, переживания, какая-то личная история? Насчет личной истории даже не знаю, но одно из самых, наверное, существенных произведений, которое я буду исполнять, это шестая соната Прокофьева, такое достаточно монументальное полотно, вообще важное произведение фортепианной литературы. Ряд других сочинений, более, может быть, легких, Чайковского, Балакирева. Будет исполнена девятая соната Скрябина, из позднего периода Скрябина, но рассчитываю, что это будет так или иначе очень интересно. У вас уже появились ваши поклонники в Техасе, по крайней мере, точно, чтобы вы их пригласили на этот концерт, обратились к ним? Я буду очень рад видеть всех, кому может понравилось, как я играю, всех на этих замечательных концертах этого фестиваля, где буду играть я и мои коллеги, которых я очень уважаю. Мне кажется, репертуар совершенно прекрасный, интересен всем также.